Теперь необходимо собрать мясорубку. Берем головку мясорубки, вставляем ее в мясорубку и поворачиваем до щелчка. Затем вставляем шнек. На шнек одеваем две насадки для кэбы и заворачиваем гайкой. Сверху одеваем лоток для продуктов. Можно приступать к изготовлению кэбэ. Сейчас мы приступим к изготовлению внешнего слоя кэбэ. Чтобы мясо не прилипало к рукам, руки необходимо смачивать холодной водой. Кэбэ не стоит делать длинными, потому что их будет сложно начинять. Как внешняя оболочка кэбэ достигла нужного размера, обрезаем его другой стороной вилки и сразу же начиняем. Кэбэ лучше делать овальной формы.